Как в том меме, да? Где мальчик с крестом. Вот так как-то. Изыди. Будешь ныть, найду тело позговорчивее. А ты просто исчезнешь. Да? Тут нет других тел. Умник. Ghostwire Tokyo, мне кажется, сама себя не хотела продавать. За незаурядной концепцией городского фэнтези с японским фольклором и кручением магии пальцами, да еще и от первого лица, лежала очевидно незамысловатая игра в формате открытого мира Ubisoft. Я думаю, все это чувствовали, когда смотрели первый раз на геймплей. И уже по факту это так и есть. Однако, я бы хотел сейчас в некоторой степени оправдать игру и пояснить, почему же она не так плоха. Достаточно на нее посмотреть чуть под другим углом. Можно сказать, голландским, если хотите. Стой! Чувствуешь? На первый взгляд нам рассказали прямолинейную историю про Акита, невыдающегося молодого человека, в которого вселился дух охотника на призраков по имени Кей-Кей. В английском он HH был, но неважно, в русском был Кей-Кей. Там полностью озвученная игра все еще вышла. Неожиданно. Случилось это в момент, когда злой туман заполонил Токио и куда-то транспортировал тела всех жителей. Мокрого места даже не осталось, а только одежда и вещи. Поэтому по всему Токио развалины всякие вещи. Рожки да ножки. Свято место пусто не бывает. Как я уже говорил в прошлом ролике. Все знают, что ты это говорил в прошлом ролике. Это такая отсылочка. Смотрите предыдущий ролик. Так вот, святое место пусто не бывает. Свободное пространство заняла понаехавшая из загробного мира нечисть в товарных количество. Причастен ко всему мракобесию неизвестный в маске, который собирается сделать еще хуже. Вместе с напарником нам предстоит сделать атата этому господину. Не только потому, что так правильно, а еще и сестру Акита он тоже загробастал для своих темных делишек. Темных делишек. Понимаешь, ты этих делишек. Не, ну тоже это какая ширина. Какая большая женщина должна быть. А это кто? Что они делают? Ищут и собирают души, которые отделились от тел. Это еще зачем? Чтобы утащить их к себе в загробный мир или просто сожрать, одно из двух. Я пытался подобрать тактичные слова для того, чтобы описать впечатление от сюжета, но, честно говоря, он просто скучный. По всему городу гоняемся за приспешниками злодея, по всем небоскребам местности собираем запчасти для какого-то мотоцикла и ровным счетом занимаемся... А чё? Для какого-то мотоцикла, да, отличный сюжет. Да, и ровным счетом занимаемся какой-то скучнейшей беготней за информацией. Даже традиционная любовь японцев к проработке персонажей будто бы прошла мимо Ghostwire. Нет достаточной выразительности ни у одного, кроме, может быть, основного дуэта. Развлекает их, очевидно, разный взгляд на жизнь. Один молодой и бойкий, другой старый и уставший. Но иногда тоже бойкий, но старый. И уставший. И уставший очень сильно. Добавьте к этому совсем уж куцую сюжетную часть часов, ну, может, на 6-7, где кроме пары триповых моментов выделить что-то сложно. И можно разочароваться в игре наглухо. А ну не лезь. Предоставь дело мастеру. Определенную ценность представляют внезапно дополнительные задания, потому что настоящие главные герои игры — это Токио и физические воплощения нечистой силы, духи, призраки и тому подобные йокаи. Если в основном в сюжете их ограниченное число, ну, в основном агрессивные монстры, да, то многие второстепенные истории — это как страничка бестиария японской мифологии. Вот, например, надо поймать йокая Кама Итати — ласку с лезвиями на лапах внезапно. Почему? Ну, там объясняется. Весь квест занимает одну минуту, большая часть рассказ про нее. Потом вы узнаете, кого приманивают огурцом, какого йокая духа. Какой и почему выглядит как зонт. Что это за призрак-тряпочка. Поучаствуйте в уморительной истории про общественный туалет.
японская дичь по всей красе. Очень много интересных историй приготовили для вас. И вот за них я очень благодарен. Игра для меня превратилась в эдаких покемонов для взрослых. Нужно поймать всех диковинных духов и узнать, почему же они такие странные и творят всякие гадости. В меню имеются даже небольшие справки о каждом встречном чудике. Чуть подробнее объясняет их происхождение или просто любопытный факт. Если вас увлекает подобное путешествие в другую культуру, то Ghostwire — отличный выбор. Где еще вам об этом расскажут, да? Простите, а можно мне еще один рулон? Еще один? Сколько тебе бумаги нужно? Тихо, тихо. Это же фактически его последнее желание. Кто-нибудь, дайте бумагу! Тем более, пока вы ходите от одного задания к другому, вас ждет целая экскурсия по городу. Значимых достопримечательностей как-то не очень много, но вот такая простая бытовая часть города и страны отработана очень старательно. Игра ведь у нас от первого лица, и нельзя было не заполнить все доступное пространство предметами и не отразить максимально детализированно саму жизнь японца. Я там никогда не был, поэтому мне вот рассматривать с такого ракурса это интересно. Вряд ли я сам своими глазами вижу, ну хотя бы через глаза героя этой игры. И значит, там аркадные автоматы есть, метро, крохотные магазинчики, торговые центры, неоновое безумие соседствует с наследием страны, с чем-то вот таким древним и духовным. Атмосфера шикарная, хоть и графически не сказать, что прям изысканно. Не знаю, в таких случаях это жадность или все же необычных мест было маловато. Чуть однообразно получается в какой-то момент. Одинаковые дома, улочки, и ты уже все их видел. Но все равно, я думаю, что это лучший Токио в играх. Опять думаешь про то, чтобы покурить? Как ты догадался? А вот геймплей, мне кажется, что сильно пострадал из-за открытого мира, потому что структурно он прям как грустный Ubisoft дрочь. Везде туман. Туман убивает. И чтобы его развеять, пройти в другую местность, надо закрыть врата Тории, а там рядом бдят монстры. Считайте, вышки и аванпосты. Использовать эту механику не гнушаются даже в сюжетных частях игры. Ну и реальные вышки тут тоже есть. Не раз придется забираться хитрым способом на всякие небоскребы. Без сложного паркура это как даже совсем не весело. То есть это не какой-то Immersive Sim, опять же, да, ничего подобного. Они пытались что-то похожее копировать, я не знаю, но когда копируешь и не совсем понимаешь, как это должно быть, первый раз, все такое, получается, ну вот, вот так, не совсем хорошо. Смотри, там Тори. Нужно их очистить. Глянь, Тенгу. Если за него зацепиться, он поможет забраться на крышу. Кроме уже описанных дополнительных заданий, город рай для барахольщиков, потому что заполнен собирательством самых разных видов. Статуи поднимают количество заклинаний, собачки есть, если покормить их, купить сначала в магазине, для них нужно корм, но перед этим нужно найти деньги, собрать где-то и так далее и тому подобное. Так вот, собачек покормить приведут к чему-нибудь полезному, ну а самое главное, на каждом шагу души людей висят. Их надо собирать, чтобы получать очки прокачки. Иногда вызволять их из кубов специальных, иногда оскверненных областей, и ведь этот процесс еще и умудряются затянуть. Ты не просто на них тыкаешь или проходишь мимо и все, у тебя есть то, что тебе надо. Ты вытаскиваешь из-за пазухи катасира. Это такая бумажная кукла. И нужно подождать, пока души засосутся туда. То есть этот процесс занимает некоторое время. Их бывает на одном пятачке несколько штук таких. По всему городу их очень много сотен. Это мой личный ад, они создали. Но делать это полезно, потому что их спа. Ну и разработчики будто бы издеваются. Мы знаем, что это долго. Поэтому в прокачке есть специальные пункты, которые позволяют ускорить процесс отсоса. Ну, то есть это как в Horizon'е сбор материалов, да? То есть наклонился, анимация произошла. И еще дольше, потому что там еще больше, и это нужнее. В какой-то момент ты насобирал себе на всю жизнь там материалов, каких-то дощечек, да, для обычных стрел, и забыл про них. А здесь ты всегда это должен делать, потому что не можешь остановиться, потому что это обязательный практически элемент боевой системы и, в принципе, прокачки. Руки трясутся, когда я вспоминаю об этом, что хватит. Вот ничего интереснее не могли придумать, да? Мне кажется, это в японской душе. В японской душе, да. Мне тоже так кажется. Устраивает такой геймплей ни о чем. Да, мне тоже так кажется. Потому что каждая первая боевая система — это повтори миллиард раз то же самое. Неважно,
ну, в общем, неважно. Все неважно, главное, собирай. Например, в любых платформерах до этого места интересно добраться, там, да, где штука какая-то лежит, которая тебе прокачивает, монетки, там, еще. Они быстро собираются, не тратишь. Ты просто хватит, она твоя, а тут, как в том меме, да, где мальчик из крестов, вот так, изыди. Вся игра будто бы создана ждать чего-то, потому что и боевая система построена на этом. С потусторонним бороться привычными средствами невозможно, поэтому поможет вам только магия. Знаете вы всего три заклинания. Ветреное, огненное и водяное. Первое обычное пиу-пиу, а если зарядить, то очередь пиу-пиу-пиу. Второе мощный выброс огня, а если зарядить, то граната огненная. Мокруха бьет горизонтально и широко горизонтально, если зарядить. И главная ошибка, как по мне, этой системы, что количество зарядов строго ограниченное, а заряженные выстрелы бьют больнее, но тратят также один заряд. Получается, невыгодно бить слабыми. И ты всегда заряжаешь. И значит, чтобы кого-то атаковать, чтобы кому-то нанести урон, ты ждешь. Враги вялые, поэтому верная тактика одна. Как можно дольше держишься подальше, пятиться назад надо и двигаться чуть в сторону желательно, чтобы вот... если что. А потом отбежал подальше, когда слишком близко подошел враг, чтобы дистанция стала пошире, опять начинаешь стрелять. И так повторить 200 раз. Пространство при этом тебе зачастую это позволяет, потому что все открытое. Очень широкие улицы и все такое. А, мы же еще и не сразу их убиваем. Мы сначала раскрываем ядро духа. И это ядро можно, конечно, пил-пил уничтожить, но желательно все-таки уничтожить плетением, которое тоже происходит некоторое время. Зажимаешь кнопку и ждешь. Можно, говорю, и обойтись, но так убийство происходит качественнее. Нет, пополнять снаряды очень легко. На уровнях висят призрачные объекты. Долбанул по ним чем угодно, и вот в тебя новые снаряды летят. То есть такой, насытился. Но это как-то тоже выбивает из какой-никакой динамики, потому что чем эффективнее действуешь, тем лучше. А тут ты тратишь время на то, чтобы... где же эта хрень? Бац по ней. Есть еще в игре щит, который я сначала не понял, зачем нужно. Оказалось, что с ним просто веселее. Хоть и можно в большинстве своем обойтись. Выставить его просто не помогает. Часть урона все равно проходит. А если блокануть перед самым попаданием, вот тогда ноль урона. И с ним, получается, в принципе, игра зрелищная. Вот просто из-за этого, потому что постоянно кто-то тебе в упор. Ты бац, и пау-пау-пау. А если действуешь эффективной тактикой издалека, то этого всего не происходит. Просто дикая скука. Потому что стреляющих врагов там парочку буквально. А там еще какой-то лук выдавали. Есть еще лук, но стрелы так просто не восполняются. Их надо постоянно покупать. Так что он скорее на случай, когда остальное закончилось. 10 патронов, ну. И с одного выстрела не все умирают. Ну там хедшот же. Да, хедшот, конечно, но ты представь себе, там их 7 было. Потратил 7 стрел. Следующая пачка буквально через 2 шага. 7. Не хватает. Идти в магазин, чтобы купить еще стрел. Ищи магазин. Интересный геймплей был бы тогда? Нет. Тут либо больше стрел, либо крафтить их, либо еще что-то. Ну и в итоге лук практически не нужен. Только говорю, в определенные моменты там, в общем, да. Когда у тебя отнимают, конечно же, силы. Имеются у нас и талисманы, которые ближе к гранатам. Прикольные. Тоже стоит денег, так что не сбалуешь. Вот и вся боевка. Видов врагов не очень много, потеть никто не заставляет, потому что с собой вагон хилок разных мастей. Воротов нет. Умер я, наверное, 5 раз за всю игру. И то, когда экспериментировал. Было просто интересно, а что если так, а потом меня убивали. А хоть... что если меня убьют? Что если меня убьют? Хоть какая-то динамика появляется к концу. И та лишь по сравнению с тем, что было в начале, а не в принципе. Нельзя сказать, что было плохо, просто слишком мало приемов, и от того развитие событий всегда одинаковое, несмотря на постепенно всплывающие мелкие особенности, вроде зонтиков, которые отражают выстрелы у врагов. Враги сходят с зонтиком, они вперед ставят, они говорят, пу-пу, как щита. Ну и толстые появляются, ну как бы... Они ничем не отличаются от предыдущих, кроме того, что они толще и больнее бьют. А прокачка по большей части опять же ускоряет заряды и радиус действия. Ты быстрее стреляешь и шире.
никак. Лучше о себе подумай. Вот такой странный у нас продукт получился. Тысячи необычных японских чертей, крутой город, хороший дизайн, медленная и однообразная боевка, скучные механики в открытом мире и пресный сюжет. Это если формально. Эмоционально же я получил яркие впечатления туристического характера. Познавал культуру Японии через мифы, легенды и верования. Было интересно, потому что необычно. Неплохой результат, ну, по крайней мере, мне не жалко потраченного времени. Как на последние две игры, про которые я рассказывал. Shadow Warrior 3, которая и другая японская. Я название вспомнил. Final Fantasy Origin. Мне не жалко хотя бы было здесь времени. В меньшей степени игра, в больший виртуальный тематический тур. Музей потустороннего. Она пройдет мимо многих. Но некоторым за одну эту особенность она может запомниться.